фантазия, в которой надо тренироваться и биться. Фантазия – это выдумки. Это есть такая песня. Фантазер, ты меня назвала. Фантазия – это придумывают люди, чтобы такое сделать бы фантастическое. Фантазия – это всякие разные придумки, выдумые. Летит на воздушном парашюте. Хоровод? Ох, когда они в каравай танцуют. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. И вот я люблю конец. Ну и мама больше всех. Хоровод это надо за ручки браться и идти по кругу. Хоровод это просто ходит по кругу и за ручку, чтобы витать по нему в тень кого-то. Хоровод – это когда берутся друзья за руки и ходят по кругу, чтобы им было весело. Это когда кто-то собирается в круг и водит хоровод, чтобы ялынка засияла. Квач – это когда они догоняют, а потом убегают. Ну, квач и папа, мы играем ночью в кафе. Квач – это догонялки. Квач – это значит надо тронуться и догонять. Когда ты сидишь, там краска у тебя. Если квач угадал краску, значит, ты убегаешь. А остальные краски владеют за квача или за краску. Это один человек бежит в квача играть, а второй его догоняет. Тот, кто догоняет другого человека, какой бежит от него, то и квач. Квача? А кто больше поймал лягушек, тот и квачит. Это Сен-Патин. Вот когда я иду, потом я уезжаю, подбивает меня. Сен-Патин – это такая волшебная страна. Тебя там зовут феи с радугой, с единорожками. Сен-Патин – это такое сердце. Из картонного надетого листина. Это когда на скейте таком без колес на море плавают стоя. Кто первый нарисует картинку, тот и Сен-Патин. Хлопота – это игра. Это когда Майнкрафт закачал. Хлопота – это еда верблюда. Я даже видела верблюда. Книжки, игрушки, подушки, одеяло, и там можно жить. Это домик из снега. Это такой маленький домик, чтобы устраивать пикник. Хлопота – это шалашик, и чтобы не промокнуть под дождем. Хлопушка – это Майнкрафт, который такой скелет. Хлопушка – это салют на Новый год. Она нужна, чтобы поздравлять детей, у кого день рождения. Хлопушка – это когда Новый год так пал, и хлопушка такие кроссовки маленькие выглядят. Вот так везде. Чтобы на какой-то день рождения хлопать. Потому что хлопушки – это весело. Чтобы выпускать фейерверк. Чтобы было весело.